А как на самом деле зовут Медведева? Медведева зовут Михаил Потапыч. Так называемая Украина в нынешнем виде – это вовсе не то, что на юридическом языке называется «рея купанди». Что ты мелешь, алкаш? То есть вещь, которая получена путем захвата. У меня аж дух захватило. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией... А у нас небывалый случай. Представляете, осталась целая бутылка водки. Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Истина в вине? Да, в вине. Но никто не знает, в какой бутылке. Приходится искать. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Не людина, а якась самогонна амфибия. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Что, сын, я алкоголик, чи что? Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал: «Украина не Россия». Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. В доме подозрительным образом стал исчезать коньяк. Украина – это, безусловно, Россия. Алкоголизирован ты? Хотя, замечу, что называется в скобках, безумцы от политики и военных сил свой нажим усиливают. Я же говорил, алкаш. Да, это так и есть. Я знаю. Большинство государств говорит нам одно и только одно. Уберите этого алкоголика! Там все акценты плюс-минус понятны. У меня нет акцент, я русский! Ага, он русский, да. Русский? Да. Уже так это набило оскомину. Это как? Это так. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире. Не, ну что тут скажешь? Радиация, помутнение. Просто жалко времени нашего с вами. Нам не жалко. Жалко пчелки. Но прокомментирую другое. Я ему в комментах написал, что он долбанавт. Это отдельная история. Хотя все истории поучительные. Даже, блядь, колобок. В любом случае, как я написал, еще раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы. До Японии доплюнуть можно. Мы не должны увлекаться игрой в цифры. Вот и доигрались. Я сегодня эту цифру назвал. Еще раз повтори. 26 триллионов рублей. Ого. Ага. Это гигантские деньги. Бабки где? В Карагандье. Мы не должны забывать, что у людей, которые слышат эти цифры, все это сразу же конвертируется в размышления о том, а что у меня изменилось? Ничего не изменилось. Вот это важнее всего. Гораздо важнее уметь кудахтать, чем нести яйца. Сегодня, уважаемые коллеги, вот в этом красивом зале вы говорили о том, что наша страна развивается городами. Страна у нас, конечно, да. Страна, да. Мы должны сделать все, чтобы жизнь в городах стала комфортной. А мы тут при чем? Но не надо забывать про деревню. Забудь. Там тоже живут граждане нашей страны, и мы туда тоже должны направлять очень значительные ресурсы. Все, рабочий день окончен, пора, как говорится, и... Байки. Вот, ну, закончу я, знаете, чем? А дальше? Две банки сгущенки и мурашки.